все, синхронизировали нас. Началось. Сейчас. Да. А уже да. Все. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, этого дядю Яшу вы знаете, дядю Андрея вы знаете, а это Николай. Николай, у него есть разводня Стутон. Вот. В Вихроме, короче говоря. Вообще, очень интересно, он звонит, говорит, слушай, ты вроде как неонов разводишь, да? А у тебя есть неоны на развод? Я говорю, ну сейчас нету. Ну и что-то разговариваем, он говорит, да у меня разводня 100 тонн, такой вот, ну как такой, ну типа мимо проходил, и, ну вот, ну что такое, обычное дело, как бы, каждый год. Я говорю, сколько? 100 тонн в Вихроме. Я говорю, так я снять хочу. Ну, в общем, так мы договорились с ним, значит, на съемке. Потом дядя Яша приехал. Где, говорит, в Вихроме 100 тонн. Я уверен, это что многие яхрома. Из вас сейчас сидят. А, яхрома. Друзья, ну, ради бога, простите. Да. Многие из вас сейчас сидят и говорят, да ладно, 100 тонн в Вихроме. Ну, вот у нас такие же были реакции. Николай, спасибо, что пригласил. Да, спасибо, что приехали. Это первое, значит, второе. Давай что-нибудь рассказывай. Откуда ты такой взялся, дяденька? Ну как взялся? Взялся я давно, занимаюсь акваремистикой, наверное, лет. Вообще акваремистикой занимаюсь лет с 5. Ага. Нормально. Да, да, да. А по разводням пошел с 20 лет. Ага. Уже точнее, ну получается, что 20 лет я уже по всяким разным разводням. Профессионально занимаешься рыборазведением? Самостроем занимаюсь, да, в разных подвалах какие-какие занимаю. Вот, это подвальную жизнь ведешь? Да, да, ушли в подполье. У нас этой разводне год. Угу. Вот как раз будет исполняться. Она прям такая новенькая. Пока свеженькая, да. Да. Прям. Ну, влажность поддерживаем на нормальном уровне, поэтому надеюсь, я видел, что сушилки стоят, через год да, плесени не будет, потому что это бич всех разводит. Вот, и, соответственно, ухаживать надо за любым помещением. На опыте прошлых локаций опыт уже большой, все... да. 15 лет было разводня в одном месте у меня, и там много мы чего интересного узнали, как должно быть в акваремистике, как должно быть удобно, как должно быть. Что-то сделано правильно, что-то переделано правильно, потом еще раз переделано, еще лучше стало. И здесь, наверное, да, применен лет 15-летний разводник. Прошлое, да, да, да. Ты же с образованием, да, дяденька. Да, образование. Расскажи чуть-чуть про образование это. Фтеолог. Ага. Вот, учился в Астраханском государственном техническом университете. Который здесь? Да, филиал, да, в поселке Рыбное находится. Ага. С очень хорошими людьми. Ага. Знаком, вот, всему педагогическому составу низкий поклон и огромный привет. Если бы не вы, наверное, ну, не было бы таких людей, это ага. Точно. Это люди, педагоги, действительно, которые прививают интерес человека к профессии, ага. Вот, и который потом идет. И если даже у него до этого было желание там, завести каких-то рыбок в аквариуме, ага. Когда он в голову ему информацию дают о том, как это должно быть, как это правильно, как это формируется, угу. Вот тогда мы и получаем какой-то результат положительный. У нас, кстати, мало людей, которые по профессии работают. Вообще профессия редкая. Вот, и нам надо держаться вместе, наверное, всем аквариумистам, да, потому что, возможно, мы исчезающий вид. Друзья, ну, я чуть-чуть про образование. Если бы у меня была такое, ну, такая возможность в детстве учиться, да, ну вот в таком в профильном институте. Я бы, наверное, пошел, ну там, где я был, у нас был только педагогический институт, и я закончил его. Вот. Ну так бы, да, наверное, прикольно было бы. Ну я тоже в своей карьере, да, там пару лет преподавал по профильным предметам, где-то с детьми занимался. Ну тоже помогло это общение, раскрепощение. Вообще в детстве был очень стеснительным ребенком. Ну я так думаю. Сейчас ты даже просто на камеру не боюсь копил говорить. Эмоции просто. Секундочку, пойдем, друзья. Нет, не пойдем? Пойдем. Слева направо или справа налево? Здесь очень удобно, здесь все можно проходить змейкой по кругу. Как само предприятие, так и каждый да. Своей отдельности. Осторожно, капкан-то вот так вот сделано, вот такие вот проходы здесь. Вот это вот одна комната. Там еще вторая, как я понимаю, две нерестовых, да? Да. И еще маленький еще приезжает.
ну как маленький, примерно такой же, как эти. Сразу смотрите, как организован проход, чтобы мог человек спокойно сесть с какой-то емкостью, если что-то ловит, чтобы спиной здесь он не бился. Здесь проходы очень интересно, ребят, я расскажу. Здесь проход нужен для того, чтобы нести аквариум и не биться, и чтобы руками его прикрывали. Понятно, он равен 76 сантиметрам, при аквариуме 60. Вот около 80 сантиметров это... 76, это тоже важно. Имеется в виду, что вытащил его там. Да, ты вынул, все спокойно взял, у тебя руки свободные, ты его ночью ставишь. Да, все, больше проход не нужен. Два человека расходятся. Совершенно спокойно. Да, еще одни интересные... 76 сантиметров, друзья. Да, при колюхе покажу, пока вспомнил сейчас вам, ребят. Чудесные стулья из пенопласта, чтобы работать с аквариумом. Кстати, да. Садимся, все. Мы уже люди взрослые, да, и ноги надо поберечь. Ну вот, с этими аквариумом можно работать на стульях повыше, а вот эти вещи очень не можно. Можно и встать, да. Скажем, с этими, да, выдерживает наступание. Да, и главное им не разбить аквариум. То есть он не упадет, с ним ничего не случится, его удобно взял, отнес, повез вот такой прикольчик. А можно и встать, и наверху. Да, да, они друг на друга встают, и все. Ага. Вот, кстати, да, и тяжелка не нужна. Я чувствую, у меня прям предвкушение такое, что тут лайфхаком будет вот в этот раз просто. Я не знаю, друзья, не переключайтесь, потому что это безумно интересно. Николай, подожди, давай мы тебя чуть-чуть вернем. Я давай. Хочу показать вот эту вот зону. Зону упаковки. Упаковки она называется. Это да. Профессиональный стол аквариумиста. Да. Модель первая. Нет, это модель вторая, первая там стоит. Ну, нам должно быть удобно. У нас должна быть обязательно раковина. Да. У нас должна быть большая моющаяся поверхность. Ну-ка, попробуй. Друзья. Вот это тоже, да, интересно, потому что не всегда удобно краном пользоваться, иногда нужно вот струя, чтобы направить какие-то вот губки. Ну, как на пневмовом пистолете. Да. Он и есть, в принципе, пневмовом пистолете. Круто. Только гидропистолет. Да, иди отсюда, мальчик. Вспомнил школьные годы, брызгалки всякие, началось. Не обижайся, не бойся. Вот что у нас здесь под рукой? Все емкости, сачки, пакеты, аэрация, обязательно фикус. Бенджаминчик. Да. Потому что это самое аквариумное растение. А емкости вот так вот у тебя вот такие вот здесь стоят. Раз, два, три, четыре, да. Ну, емкости крышки здесь, да, это то, что в работе у нас находится. Ну, здесь никогда порядка не будет. Ну, конечно, вот, постоянно. Потому что, да, тут постоянно что-то. О, ампулярия ползет. Видите, ну, как интересно, да. А откуда она? Тоже хотел сняться, наверное. Услышал, что... Это же реклама нашим аквариумом русским. У нас же это логотип. Да. Вот она приползла. Русский аквариум поползла. Сниматься, друзья. Давайте мы ее отпустим к собратьям. Сейчас она стравит воздух. Скажет, блин, я столько ползла. Я не знаю, куда она взялась. Она просто пришла. Меня обратно. Пока не конкретизировались на аквариумах, на стойках-то на рыбе, давайте просто по технологическому. Трапы сделаны для слива воды. Соответственно, если что-то пролилось, очень удобно, оно уходит. Тут, в принципе, воду меняем на пол. О, кстати, по подмену воды сейчас покажу прикольную штуку. Не знаю, знаете ли вы, у кого-то, может быть, и есть. Сейчас, подожди, я принесу, Андрю. И пол, кстати, с уклоном сделан. Ну да, чтобы все стекало. Да, пол обязательно. Трапы. Ну вообще классно, да? Кто у нас тут? Хасимашня. Хасимашка, да. Хасимашечка. Ну, у нас она что-то зависла. А вот смотри, и эти есть у нас. Смотри, какую штуку покажу. Ага. Тоже самоделка. Все знают, да, что как бы нужно время экономить. Мы выставляем, нам нужно подменить пол аквариума. Ага, мы поставили, высоту. Бросили на пол. Чем он тут? Прекрасно. Как винтом зажимается, ну, просто. Там стопорочек такой, да. А, вот он, да? Да, ну, конечно. У тебя тройничок. Нет, у меня раньше был саморез. Офигенно. Такой, все, он сливается, и ты ушел. Да. Он слился до нужного тебе объема. Ты там обловил рыбу, подменил, все что угодно сделал. Внешних таких не видел. Перекрыл. Видел внутреннее. Перешел на другую. Зацепил, включил, слив пошел. Прекрасно. Шикарная вещь. 2-3 штуки, и вот эта стойка меняется за 15-20 минут вся. Ну да, сброс воды. А эта стойка 15 тонн. Это очень интересно. Вот, видишь, они, но они еще не доделаны. Ну понятно, но уже процесс идет. Больше. Нет, они, да, они уже везде есть. Но вот этот момент нужно еще немножко будет подкрутить. Вот, также под оливком у нас центральная система. С баком мы с вами попозже, наверное, познакомимся, да, давай. С водоподготовкой. Вот, а доливка тоже разбросаны жилки по всем цехам. Очень удобный зацеп. Включаем. И полилось. Да, полилось. Главное не это, следить.
Угу. Все, насос, общее давление во всей системе держит. У нас одновременно может заливаться там 2-3 цикла. Насос стоит на водоподготовке, да? Да, насос на водоподготовке. Материал стоечек. Материал стоечек, вот чтобы. Это металлический. Шикарная вещь, всем советую, да, оцинковка. Но поскольку варили и делали все на скорую руку, еще не докрашено. Ну, красить ее в принципе не надо. Ну, просто когда покрасишь, аккуратнее будет смотреться. Uh-huh. У нас в планах этой зимой, когда мы все уже поставили, все выгнули. Вот эту стойку мы 2 месяца назад только ставили. То есть еще в процессе доделки идет? Узовыку собирали месяц назад. То есть вот к зиме какой-то такой. То есть мы приехали вовремя? Да. Все аквариумы на подмене, правильно? Нет, вот. Нифига. Нифига. Здесь интересная штука. Это все замкнутые системы. Вот эти аквариумы. Вот чистые, давай поснимаем. Ага. Банка и вот это фильтр. Ага. Видели такие фильтры? Да. Ну, биоячейки типа, как бы такие. Гамбургского. Ну, вот тоже интересная штука. Я 15 лет назад начал применять. И вот ага. до сих пор от них никуда не ушел. Самые дешевые, что может быть. Из фильтра кусок стекла и помпа. Остальное ага. все там копеечные наполнители. А наполнители, ага. кстати, кто у нас? Здесь биозагрузка и мешки обычные. Помпа ага. снизу давит, а туда сверху. А, ну, еще, знаешь, что интересное? Тут их есть 2 типа. Здесь мы можем отверстие это закрывать, ага. бошку ставить с мочалкой сюда, ага. с губкой, и подавать. Я там потом покажу. Снизу флейт, она отсюда снизу будет вверх выходить. Это очень круто для ага. личинки. Ага. Ее не болтает. И здесь через решетку идет водопадик. Ага. И все спокойно, все хорошо в аквариуме. То есть можно подавать отсюда сюда, а можно отсюда сюда. Это ага. для крупной рыбы. Но вот здесь, видишь, мы кирпичик ставим, угу. чтобы ее тоже не болтало сильно потоком, потому что бошки достаточно мощные. А расстояние вот это для фильтров рассчитывается под каждый аквариум отдельно. Угу. Ну, соответственно, чтобы литраж... С этой системой что у нас? Это тоже старая система, я над ней долго думал. Ей уже, наверное, 7 лет, она с нами с прошлой разводни переехала. Вот. Вот. Знаете, что вот это? Рассказывай. Ну, это слив. Попробуйте. Слив. Слив. Воды, это да. и слив, и фильтр. Как он фильтрует воду? Не знаю, куда. Давайте поиграем в интересную игру. Вот смотри, там я чистил. Блин, и здесь тоже все вычистили, блин. Здесь оседает. Ну, это просто элемент да. такого успокоителя. Как я это... называю это гравитационный фильтр. Ага. Здесь под силой гравитации. Жесткий осадок просто у нас оседает с вами вот здесь крупная оседает фракция, крупной да. фракции. Да, и мы ее просто шлангом раз в неделю сбрасываем. У нас снижается нагрузка органической компоненты именно на саморошаемый фильтр. Угу. Тоже крутая тема. И, соответственно, потому что сделано не в самом низу, даже рыба, махая хвостом, не сможет да. ее встряхнуть. Да, да, да. Именно вот этот да? вот зазорчик для того, пару чтобы... Сантиметров это... Я хочу сказать, это у меня давно уже такая мечта в голове была. Только у меня немножко по-другому. То есть у нас внизу вот самп стоит, как бы, друзья, да? А перед сампом у меня был план поставить просто аквариум, в который вода изначально отстойник, в него слив... Да, отстойник он, да. И через него протекает, то есть он достаточно длинный, там, например, 1.80 м, ну, вот как стойка у нас идет, например. И дальше уже через перелив просто, в сам попадает. А и если таким ты образом... на дне аквариума вклеишь, там, сантиметров по 10 ребра, вот так вот, у тебя еще лучше будет это отстаиваться, все, оно будет задерживаться. Ну, то есть, вот эта система, она природная. Раньше же вот у нас в Люберцах, например, были поля аэрации. То есть это естественный как бы способ, куда сбрасывается, она отстаивается и только потом фильтруется, понимаете? И в них же там бактерия, когда живет, там их там переедает, и потом этот грунт отваливают там и так далее. Да, да, да. Это, идет на поля нормально. Да, да, это да. очень полезно, цветочки от друзья, этого классно растут. Вот так вот. А он сюда постоянно сливается. Да, а вот, да, друзья, значит, в этот аквариум заливается вода из сампа. И сюда. Она, вот сначала сюда. Через секцию проходит, да, а потом попадает сюда. Здесь вот тяжмаш весь. И дальше, там фишка другая интересная. Смотри, она попадает в секцию. Ага, в сам. Насос раздает нарошаемую колонну. Ага. Давай здесь глянем ее. Блин, давай посмотрим сейчас. Давай. Не, она легко снимается. Вот здесь же производство, здесь все технологично. Ага. Очень удобно. Взяли, сняли. Вот. Друзья. И она... Охренеть. У нас сначала идет на губки, разбивается, ага. и дальше пошла уже по биозагрузкам.
Друзья, это вот что-то с чем-то. Это обычные фруктовые ящики овощные. Да. Сейчас мы перешли на хлебные лотки подороже, мы немножко выросли. Поднялись. На ступеньку. Да, они рассыпаются все равно. 3-4 года и сама пластик фиговый. Вот, из-за этого не очень хорошо. Зато поролончик. Сразу видно от внешников. Ну, естественно, мы же все обслугой занимаемся. Запас всегда есть какой-то. Нет, очень хороший. Это от этих, от Тетрас. Ну, да. И все. И он просто падает в самп. И здесь помпа вот на разбор идет. Все, да? Да, помпа там на подачу у нас стоит, на основную систему. Короче, интересная фишка. Сейчас расскажу, мужики. Это система орошаемых фильтров. Она, можно ее применять в прудах. Угу. То есть у нас с вами есть пруд, мы по такому же принципу, по такому же принципу вода с насоса попадает на такую же орошайку, но если мы на этой с вами орошайке или ее накрываем пленкой, или у меня сделано на прудах из поликарбоната. Емкость какая-то, ящичного типа. Да, сверху чехол, что мы с вами получаем? 100% влажность. Лето мы с вами получаем подогрев солнечный для пруда. Представляете, это теплица огромная, в которой вот это капельное все бежит постоянно. И там быстро очень прогревается вода. Ну да, все знают. Да, мы с вами из первой зоны рыбоводства сразу прыгаем в третью, четвертую. Даже когда май и там сентябрь, октябрь, и у нас с вами солнечные дни, а вода у нас с вами это большой аккумулятор энергии, у нас с вами за день она нагревается, и ночью там водоемы все стоят в порядке. Крутая тема тоже, кстати, лайфхак, да, наверное? Конечно, для тех, кто занимается. Бесплатно нагреть. У вас в любом случае система фильтрации работает, вот, а греется она уже. Там еще, кстати, огурцы можно выращивать. Тоже нормальная тема. А кислорода хватает ей, да? Имеется в виду, как накрывать? Ну, конечно, она же не наглухо закрыта. Там одна стеночка чуть приоткрыта всегда. Просто я в УЗВшках видел, что там отдельно еще кислород подают. Да, ну, там еще и озон подают, и там конусы, там, там другая тема, но это дорого. Вы представляете, сколько стоят ящики, и я вам скажу, что дешевле без загрузки использовать керамзит, мы с вами это посмотрим. Вот, сколько стоит там этот конус, озонатор и прочее, и сколько стоят ящики с керамзитом. И насосы немножко другие, там напорники стоят, как раз, которые на большом давлении это все происходит, дегазация. Вот, а здесь просто обычные прудовые насосы недорогие, индукционные, кстати, очень экономичные. Такой насос вот здесь вот стоит, наверное. Что за насос? Ну, обычный прудовый насос, индукционники. Это большие бошки, огромные бошки. То есть, в принципе, такой, как бошки аквариумные. А что значит индукционник? Ну, там катушка. Ну, у них у всех катушка. Ну, катушка. И ротор. И ротор. Магнитная индукция, он крутится. А, ну все. Ну, стандартная. Да, стандартная, да. Ну, просто катушка и ротор, и все. Друзья, я маленькую паузу прервусь. Просто вот мы как начали, да, вот это все снимать, прям другая аквариумистика, да, ну вот. Сразу чувствуется образование. Ну, вот просто раз. Нет, тут желание экспериментировать. Ну, одно с другим сочетается. Лайфхак за лайфхаком, лайфхак. Ну, круто, просто круто, вот нестандартно, нестандартно, классно. Так, что дальше идем? Я готов. Или перекурим? Не, никаких перекуров, ты чё? Так, по систем, что по раздачам мы посмотрели, там всякая живность прикольная тоже живет у нас с вами. Слушай, ну а здесь давай, все стандартно, да, дальше. Да. Давай тогда поговорим на такую тему. Я, наверное, должен еще рыбок показывать. Ну, наверное, да. Рыбок у нас много, да. Да, и поговорим на такую тему. Тогда кто твой клиент? Ну, как бы, да, на кого ты работаешь, вообще для чего это все делается. Понятно, что это бизнес, я тут даже не буду спрашивать. Нет, это любовь. Нет, это бизнес. Нет, это любовь. Нет, это бизнес поддержанный. Я буду последний настоять, что это любовь, понимаешь? Нет, без любви, кстати, ничего не получится. Когда с живыми организмами воздействуешь, ну, вот, взаимодействуешь неправильно, взаимодействуешь с живыми организмами, без любви ничего не получится. Просто этим нужно гореть, этим жить. Я засыпаю и думаю, блин, а что же еще прикольного такого придумать, куда что запихнуть. Я, кстати, потом покажу систему для разведения анциструсов, наверное. Тоже хорошая тема, я недавно придумал. Мы сделали очень переключайтесь, ради бога. 25 градусов вода. Такое пропустите, Борисович, вот уже. Кто спрашивает, да, сколько чего держать. Да, и вот помпа вот. В кирпич упирать. Да, и тут ансики прямо, они, по-моему, так самый. Так они же кайф. Любят им, конечно. У них здесь под течением. То есть, если кайф. Бы не было фермы, тут можно класть трубочку для анциструсов, они бы тут плодились. Да. И здесь, смотрите, какая вот эта штука. Вот. Ничего, что я пальцем тут позадеваю. А ты облизывал их? Да.
Хорошо. Да, лежу пальцы. Мешки. Как Женя Величко говорил, вот эти мешки дешевые с... Ну, нифига, они сейчас по 850 рублей за пачку. Да, Татья. Ну, уже, да. Ну, зато можно были вначале... бы 400, сейчас 850. Ну, зато можно вначале что-то пронести в них, а потом... Да. Да, кстати, обратите внимание, здесь в них же лежит биозагрузка, ее очень удобно мыть. Прям в этом мешке достаешь, шлеп обмол и обратно положил, с меня все вылетело. Это тоже сэкономит время. Технологично. Красавцы, да. Это моя любовь. Ох, не часто сейчас кто-то астронотусом держит, вот разводит, да. Знаете, как разводить астронотуса? Я вам расскажу секрет. Давай. Тарелку надо закапывать. Нет. Нет, ну я когда разводил, я просто специально создавал ему условия, чтобы сплочение было пары. Чтобы они чистили, только потом счастливо. Ну, в смысле, как нанести? Разводить астронавтов? Давайте, ну, в конце хуйдачи не надо, они сами размножаются. Главное, не забудь потом. Если бы они сами размножались бы, ну, их бы сейчас было очень много. Да их и так много. Ну да, вот этого хватит всю Москву завалить, и Московскую область. Ну что, это одна поставка. Вот все. Нет, я вообще покажу. И на этом закончено все. Ну ладно, ну, глошек прям здесь глошек. Миллион. Ну, без глошек никак, это производство, ребят. Глошка, глошки, кстати, вообще глошек. Огромное спасибо. Вот глошка подняла нашу аквариумистику на высокий уровень. Не было бы глошки, мы бы с вами бы до сих пор... Ну, загнала другую рыбу. Да нет, вы знаете, ну, в принципе, популяризация аквариумистики очень важная. Согласна. Вещь. Вот глошки, вот огромное спасибо. Они за дают это. детский интерес. Ребенок начинает с малолетства, рыбка, неважно, потом эта глошка надоест, он возьмет красных неонов, крутую рыбу, да, вторая моя любимая рыба, да, всего их две. Первый астронавтус, мы помним. Вот. Друзья, про красного неона тоже расскажу. Личное мнение вообще, с моим оно... Андрей Иванович просто по религиозным соображениям глошек не разводит. Да. Просто глошки не нуждаются в какой-то рекламе, поэтому да нет, ну, смысл их. Нет, но опять же, если бы у нас была профессиональная рыбу разведения в разводне, у нас тоже надо было. Здесь, я так понимаю, ремонтики, да, сидят? Да, это ремонтник, но он как бы его много, поэтому он тоже и уезжает кому-нибудь в гости. Блин. А это что, это какой-то перекуп, да? В смысле? Это маточное стадо орхидей. Ага. А они здесь работают, да? Конечно, а чем им здесь не работать? Я сейчас вижу. Я сейчас покажу вот самок до кучи. Инкубатор. Вот бриллиантовый попугай, нет, точнее чернополосый попугай, как он сейчас, сапфировый. Я уже путал. Уже бриллиантовый, сапфировый, начинаю. Слушай, там интересная форма, и мы сейчас дойдем с вами, чернохвостые. Вот они бомба смотрятся, они поинтереснее. Я прям чернохвостых всех отдал, надо будет посмотреть обязательно к ним зайти. Это все поцихли, то, что это маточники рабочие, ремонтные сидят сейчас там, готовятся. Но это как бы сейчас на пике нормально. Самцов, какие красивые. Альбиносики. Да, они не красятся, никаких гормонов, ничего. Я как бы, ну, не особо. И это вот на разводне, которая коммерческая, друзья. Это очень приятно, что здесь есть какие-то циклитки. Да. Вот смотри, фитоячейка из бакопы. Тоже. Это коммерческое разводне с некоммерческой рыбой. Циклы в последнее время что-то у нас совсем подвисают. Да, кстати, да, у нас уже практически ничего не осталось. Бакопа как растет, интересно. Да, влажные ноги, влажности тут хватает ей. У меня просто на подоконнике растет уже в сломанном полюдариуме. Она спокойненько выживает. Ей гораздо лучше здесь, чем в аквариуме. Знал бы, я бы мешочек питупрему тебе привез на рассаду. Интересно. Тоже свежачок. Ну, тугие они. А кто это? Мерлиер или кто это не вижу? Да, Мерлиер. Димасон. Юльдахромис. Юльдахромис, да. Тоже, ну, наверное... После неона и астронотусов на третьем-четвертом месяце с принцессой Бурундии Мариер. Понятно. Мне очень нравится, что они ухаживают за своими детьми. Да. То есть ты садишь банку и все. Главное не кормить, не забывайте воду. Да, и через там полгода к ней подходишь, о, ура! Урожай есть. Что-то у нас с вами получилось. Да. Вон зебры-обишечки, обычные оранжевые зебры. Все есть. О, смотри, какой прикольный родился. Да, это уже подросток. Гибридик. Да. Да. Альбиносик. Это как раз земляника на орхидею. Случайно загуляла, самец перепрыгнул. Одно время что-то как-то называли кровавые дракон, что ли, как-то такие были. Слушай, они интересные. А, драконья кровь, драгонбол. Они, единственное, что красить поздно, и с ними возиться долго приходится. Она, вот поэтому, опять же, не коммерческая До товара они долго у нас с тобой растут. Ну, зато таких, наверное, хорошо. Вот астрики, ты говоришь, вот астрики, вот астрики. Да. И этого мало.
Только этого мало. Хромисы, по-моему, не вижу просто. Эти какие-нибудь, наверное. Хромисы, наверное. Нет, это бирюза. А, бирюза, я просто не вижу отсюда. Пятнышко вижу, подумал, что это хромисы. Очки-то я не одел. Если бы плодовитость поменьше, была бы шикарная рыба. Нет, видел там ее, сколько сидит. Но в том-то и дело, что каждый нерест ты брать ее уже не будешь, каждый нерест. У меня просто случайно забрали третью метку. То есть мы забрали две метки, потом перепутали камни и забрали третью. Ну не убивать же. И вот теперь мы с бирюзой сидим. Скажи, пожалуйста, а вот здесь верхние аквариумы пошли такие с травочкой. То есть просто потолок ниже, и большие аквариумы запихнуть нельзя было, а у меня как раз травники оставались. Но травники, они здесь вообще растения не идут никак. То есть это прям очень-очень плохо здесь. Вот то, что выживает, я как-то рассаживаю, чтобы они какие-то адаптированные были уже к этому. Вот, Борис, видишь, как валиснерия смотрится? Отвратительно смотрится. Она начинается вот не с переднего стекла, а где-то с серединки. И значит, здесь такое пространство для рыбок появляется. А если сагитарию посадить? И красиво получается. Ну, порастюхи вообще стыдно. Друзья, я прикрепляю смотреть. Просто, как у нас растет валиснерия. Она у нас вот. Просто дико растет. То есть вот через сантиметр вот так вот, если смотреть сзади, ничего не видно просто. Вот. Покупайте нашу валиснерию. Все, тогда у нас тоже будет что-то видно. Да, просто ее с этого, с переднего плана запалите. Для вас будет красиво. Я его об этом и прошу, что с переднего плана чуть-чуть. Я не могу выкидывать валиснерию в помойку. Будет красиво. Дорожку какой-то до заднего стекла сделал. 60 сантиметров ширина. Представляешь, как красиво будет. То есть дорожку ты вот светить не ленишься? Не ленюсь. Понятно. Кто у нас тут? Прикоксики. Черные неоны. Черные неончики. Альбиносы черных неонов проскакивают? А у нас проскакивают. Светятся? Но беленькие. Ну, как и глошки. Скоро их заксанторят. Ой, за этот. Глошку из них сделают, да. И будет нормально. Вот я говорю, что скоро вас вполне возможно. Смотри, сидит тут, правда, позабрали, мало его осталось. Угу. Да, вообще ни одного не вижу беленького. У нас проскакивает регулярно. Нет, вот это не знаю. Надо будет ее отсыпать тебе. У меня штучек 5 сидит. А корм что, вот смотри, мотыль есть. А что, сейчас улитки с анциструсом медведя? Да. Не, я просто утром кормил. Я же пораньше приехал специально, чтобы уже рыбу кормили. К съемкам была рыба довольна. Нет, вообще ее 4 раза я кормлю. То есть так. Пропустить кормление, это значит рыба похудела. Я смотрю, просто аквариумы гнутые, еще плексовые. Это уже экспонаты. Сколько лет-то уже? Это экспонат. Я их специально не выкинул, поставил сюда. Конечно, это раритеты уже, да. Чтобы помнить, да. Да. О том, откуда все это начиналось. Алюминиевые стяжки. Угу. Какие алюминиевые? Стальные? Нет, нержавейка. Это нержавейка. Я хотел сказать, у меня алюминий, он просто расслаивался с годами уже. Да, вот была такая проблема в уголке. Я же все это помню. Действительно, мы такие с вами древние. Сейчас у ребенка спроси, а ты помнишь каркасный аквариум? Вы помните самый ценный каркасный аквариум, где уголок есть, с нержавейки был? У нас есть, есть на разводне цементе изнутри битумом. Он еще просто работает у нас. Ни в коем случае не выбрасывайте. Мы обязательно сделаем музей аквариумистики. Мы тоже планируем. У нас все экспонаты есть. У нас грязечерпатель стеклянный есть. Нет, все прикольно. Да. Надо кого-то забыть с соклубником. Кого-то напрячь, чтобы сделал вот это. Ну что, маленький стеллаж, очень тема. Аквариумы сам уже. У нас уже много чего. Стеллаж. Ну а тебя тогда просто ограбим к выставке немножко. Во временное пользование. На музей, да. Что сделаем, давай. Нет, нормальная тема. Мы должны помнить свои корни. Хасимания у тебя, у нас вот она зависла, у тебя как она продается? Да, нормально. Да? Ее главное много не делать. Ага. Но весь прикол в рыбе, ты должен сделать ее столько, сколько съест рынок. Да. Вот ты если поймаешь этот момент, тогда в принципе успешно будет. Если нет, будешь сидеть с бирюзой, с нанакарой. Ну опять же, вы поняли, да? Это, наверное, зависит и от региона. Поэтому люди, когда спрашивают, какую рыбу разводить более выгодно. Макроподы, да. Выгодно разводить разную рыбу. В том-то и дело, что чем больше позиций, но это сложнее. Петушки. Слушай, а петушки как где разводишь тут? Покажу. Да? До какого размера они у тебя в стаде сидят, не разделяются? Самцы никогда не начнут. Вообще доматочники. Вот они как сидят, так и сидят. То самцы есть... и самки? И самцы и самки. Я просто не трогаю. Да, щипятся, да, где-то внешний вид может быть не очень. В таком количестве распределяется агрессия, банку, да? Ну вот там мы проходили банку,
Да, внимание рассеивается, рыба уже не акцентирует свою агрессию на комп. Ну вот такой, он пока, наверное, такой. Что такое? Иди сюда, на. А, это уже непонятно, блин, где он. Чё, да. Уже опять-то нет. Опять другой уже. Пошел другую искать, да. Пришел более сильный и спросил. Круто. И да, здесь тоже эти крокодилы. Красавцы. Оскары. Смотри, скоро сядут на камень. Видишь, глаза почернели? Бейсманочки. Здоровается. Бейсманочки. Смотри, нормально к тебе относятся. Незнакомые, знаешь, как кидаются? Так они просто камеру хотят съесть, она вкусная. Нет, сегодня. Они знают людей, они узнают людей, это точно. Нет. Я с ними 20 лет живу. Здесь у меня пара умерла. Это да. Просто подписчики мои. В эфире смотрят, конечно, узнали. Нет, ну в принципе, безусловно, крупные цифриды не только астронотусы, они узнают хозяина, ну типаж, там бродатый человек, не бродатый, поступь, вибрации какие-то. Это какие-нибудь? Это бейсманки? Нет, тоже какие-то радужки. Ну, смотри, вот бейсманка проплыла, по-моему. Говори, какие. Нет, давайте, угадайте. Ну, точнее, вы же должны знать. Ну, не знаю. Я сам не знаю, если что. Ну, надо опять же смотреть пристально. А почему? Так, смотри, какие-то они. Светленькие такие, ну, это да. Это форма такая. Морф, нет. Это не голубые. Не, ну да, это какой-то светлый. Ну, такой. Они называются жемчужные, не жемчужные эти, блин. Я не видел таких. Что-то я. У нас таких не было. У нас были, ну, голубые. Вот голубые остались. Не мечут. Эти мечут. А у нас тут есть мечут, между это, золотой и голубой. А у нас гибриды серые получаются. Голубая с желтой, короче, это. И серые получилось. Да. И серые получились. Серые да. Выщипились. Но они, кстати, живучие, блин, пережили все переезды. Да. Но сейчас уже ветераны. Глошки любителям глошков. Ну и здесь тоже какая-то циклида. Даже не знаю какая. Тоже, наверное, бирюзовая, как? Бирюзуха. Я же тебе говорю, третью метку забрали, тут пол акварелки с ней. Ну, тут вот один самец и куча самок. Не, тут это доминирующий ну, самец, да, он самый яркий, там есть самцы такие, типа, ну я скоро буду самцом. Я же правильно говорю? Может быть, с тобой еще, да, это васильки. Ну вот. Но здесь... они подкрещенные немножко, ну, да, поэтому не чистые. Но зато живут хорошо. Друзья, вот магистраль компрессорная. Вот. Как хибложка, наверное, да? Рисунчик стоит. И вот сюда. В магистральку идет. Но он не один. Их два. Опять же, сделал они бортик, чтобы он не съехал. Да, чтобы когда делаете от вибрации, чтобы не улетело, ну, бортик. Естественно, всегда. Отдельная своя линия на бесперебойнике, генераторы и прочее. Конечно, если остановится, тут с такой плотности посадки оно сразу начнет. Сделано под верхом. И они закольцованы. То есть, если один у нас выходит из строя, второй еще немножко тарахтит, да, еще что-то делает. Еще можешь успеть. То есть они закольцованы, вся система, каждый цех на своем кольце. Интересная штука. Это тем, кто спрашивает, можно ли в одну систему два компрессора, не будет ли один передавливать другой, вот тут не передавливают. Нет, там фишка в чем? Они идут туда и встречаются только там, они давление сбрасывают все, уже понятно, на стойку. То есть, вот. То есть они не будут передавливать то, что он уже здесь сбросил, и тот сбросил то там. То есть с двух концов системы идут. Да, да, замкнулись они только на той стороне у нас с вами. И обязательная штука прикольная, сейчас покажу. Так, здесь у нас ее нет, у нас с той стороны пойдем. С этим наверняка много людей сталкивалось, и тоже они будут знать про это. Тут уже почти высохло, друзья, вот то, что... Не, ну здесь нормально, вот, смотри, у нас они заходят в низкой точке, у нас стоит кран. Ага. Догадайтесь, для чего? Для чего? Это конденсационный сброс. Ага. Все понятно. Здесь нету, потому что воздух сухой, но на той курялке у меня были реальные проблемы. Идешь и хлюпаешь в трубах. Или вылетает. Или вот когда там, вылетает у тебя одна, да, и начинает тебе в лицо. А там, где влага, там всегда бактерия. И ты прикинь, в этих трубах сколько у тебя бактерий скапливается, которые патогенами тоже могут являться для рыбы. В этих трубах. То есть у тебя вот эта система, если в ней сидит бактерия нехорошая, то надо отдельно пролечивать. Ты никогда не вылечишь. Отдельно пролечивать. Вот такая штуковина. Здесь я просто сделал, чтобы это контролировать, чтобы есть, есть, нет. А я говорю, и век учись. Нет, мы только говорим, что иногда сдергиваем, просто проплюется. У нас плюется здесь, периодически, вот, да. Выведено в нижнюю точку. Очень, очень, там, очень, да, правильно и удобно. Друзья, сушилка, балушка. Ну так, ну, маленькая. В канализацию там вот уходит. Это 60 литров. Ну, я к тому, что все равно это маленький, как бы. Ну, маленький, да. Товарищ. Ну, а хватает. У него слив есть же, да? Да вон он туда уходит просто, в траву. А, вот он, да. Вот он, слив.
Мы здесь. Про водоподготовку не говорили? Давай поговорим. Вот это бак водоподготовки. Нифига себе, он бетонный, что ли? Да, бетонный, там мембрана внутри лежит. Он из кирпича сделан? Ну, блок бетонный. Ага. Бетонный блок. А, вон как. Вон там вода, да. И там она бултыхается, да? Да, вот это она не просто так бултыхается. Это гипервентиляция дает нам с вами то, что она осаживается очень хорошо. Чего, железо осаживает? Все ведь? Осаживает. Вообще все осаживается. Ну, и собственно. Чем больше там налеты и кальция собирается, ага, тем больше это все осаживается. Там нужно будет убирать только, ну, фактически, там не иловой, а осадок такой, он жесткий, ну, как накипь, но она не на стенках у нас с вами, а просто ложится вот слоем таким. Просто белым молоком. Да, да, да. Просто вот ее убираешь, остальное не трогаешь. А чем убираешь? Что? Ну, пылесосом. Есть животный чем? Пылесос. Что? Есть как? Ну, раз в два года. Прудовым пылесосом, да, пропылесосил, ага. И все. Нормальная тема. Здесь 8,5 кубов, ага. Два контура подогрева, на него идет автоматика долива. А подогрев электрический? Ну, подогрев, да. Тут один на теплый пол лежит. Он сам как термос сделал. Ага. То есть там, ну, конечно, чтобы теплопотери уменьшить. Потом у нас с вами идет пенопласт. Потом в этом пенопласте монтировано, а потом еще слой бетона, туда вот теплые полы. Mm-hmm. От котла теплый пол идет и... А здесь котел электрический или какой? Это или газовый, электрический, да? Да. Нет, это электрический. Электрический? Тут же нет газового подвода. Он начал, видишь, говорит, хорошо, если он включил, то предприятие мерзнуть начало. Ну да, похолодало на улице. Вот, и плюс догрев электрический идет. Если а как тогда отопление здесь устроено? Тоже теплый пол или здесь что? Ничего нет. Мы же ниже, это подвал. Мы же ниже уровня это земли. Это подвал, ты один раз нагрел и как бы и дальше только поддерживаешь. Ну, вообще два коннектора стоят, если честно. Один там, один здесь. Вот этот греет, что он греет? Он воду греет? Нет, он греет помещение, которое наверху. А здесь просто труб проходит. Ну, один контур сюда мы завели. Когда мне надо, там идут частые подмены, я открываю, он быстро догревает. Достаточно мощная такая штука. Вот что, ну, само по себе это большой термос, то есть сверху поликарбонат. Там пенопласт, все греется. Но у нас от воздуха греется. Идет насоска, которая как раз раздает у нас по всем цехам. Помпочки атмановские идут. Ну, тут идут те, которые на акции дешевые. Понятно. О, а здесь это, тоже столик. Это вот старый, который был, здесь да? Тоже уменьшенный вариант. Да, да, уменьшенный вариант, да. Вторая что... комната, друзья, я так покажу просто. Она поменьше. Ну, я бы не сказал, а такая же, наверное. Поменьше чуть-чуть. Чуть меньше, да, но у нас еще там не рестовые с вами. Наш талисман Филин, который переезжает с нами уже 15 лет. У него уже глаза побелели. Да, но он просто очень старый. Беленький. У него уже глаукома. Так, что, ну здесь все то же самое. Обязательно холодильник, обязательно раковина, обязательно осушитель. Ага. Вот, узнаете конструкцию? Да, конечно, у нас есть такая. Так я с вас ее и списал. А, так не, ну у нас она не нашей разработки. Но все равно я, по крайней мере, у вас увидел. Неважно, с кем списал. А, это вода течет. Да, она переливается. А, но опять же, улучшил конструкцию, приклеил сеточки. Ну, здесь... Соответственно, у нас плексовые сверлены, а здесь можно просто, да, сделать. Да. Вот каждый, опять же, к разговору о том, что каждый перерабатывает из тех материалов, которые есть под рукой. Интересно, здесь даже не просто так вот этот носик над водой стоит. Потому что если вдруг отключается электричество, если носик будет стоять здесь, у нас с вами вся личинка упадет. Да. А так она останется нормально. Помпочкой, да, это все дело. Да, ну здесь регулируем уже под свою мощность. Да, личинку с утра перебирал маленько. Вода ушла. Ах. А здесь еще больше интересного. Здесь самое интересное. Так, что, пойдем по порядку, да? Слушай, нам надо все-таки, Борис, с тобой насос вот этот поставить, который повышает давление на. Ну, у нас водоподготовка такая же, как у тебя, ну, вот отстойник, только поменьше, там тонна всего воды. Вот, но он стоит наверху. И самотеком. И самотеком, ну, медленно. Это да, же там... дешевая вот эта станция джиликовская, там порядка, наверное, 12 тысяч стоит, но большая, маленькая там, садовая. Да. Ничего такого. Главное на забор при фильтр обязательно, ну, понятно, поставить, да, чтобы не засорить. Кран, чтобы заливать, чтобы не постоянно у нее там что-то досыпать. И также можете и поплавковую регуляцию сделать. То есть поплавок, электромагнитный клапан нормально закрытый, поплавок сработал, все долилось, у вас постоянно идет вода. Если подогрев тоже вывести на теплый пол или инфракрасник положить под этот бак, у вас тоже постоянно будет она догреваться. Она нагревается за счет воздуха. Ну, воздух. Потому что наверху как раз, да. Прям за ночь нагревается. Так, что у нас здесь еще интересного? Ну, что-то сидит, не рестится постоянно.
что-то родят. Петушки, петушки, петушки. Маловичики, скалярки, гошечки. Здесь прям мед маленького аквариума. Почему маленький? Очень удобно забирать. Ты один помет, рыбу соразмерно держишь, да. То есть набрал, закинул, набрал, закинул. На большую банку их там мало. Вот, а потом уже подрочно. Они разные рыбки, друзья, смотрите. Разного формата аквариума. Ауратусы, зеброчки какие-нибудь. Нет, или там... правильно говорить. Красненькие, полосатенькие, в точечку. В точечку, хорошо. Хорошо. Я не спорю. Лучи тоже тут разномастные. Но все одного размера, правильно говорить. Ой, малечечки, ну, правильно, пошли чтобы малечечки, друзья. Чтобы одни других не уметали. Красота. Листик обязательно? Ну, или пожелание. Когда листики заканчиваются, они не лежат. Понятно. Листики кого? Привезли. Ну, это же миндаль. Миндаль. Не, ну просто для подписчиков. Но... Я вот, кстати, больше склоняюсь к нашему отечественному дубу. Сейчас вот как мы раз ехали, листопад у меня вот уже мы как раз ехали, мешки да. дубовых листьев. Говорю, да. что самое время заготовок, чтобы просушить. Да, прикольная тема. Хорошо. Работает. Но она на самом деле хорошо по этому, по чё за сеточка? Это кротовая. Я думал, когда же вы спросите, что это за сетка? Я спросил. Это очень крутая сетка. Ну. Вы никогда не догадаетесь, от чего. Кротовая, кротовая. Нет. Нет? Нет. Это решетка защиты радиатора пластиковая. От Лады. Сколько ячейка? 7 миллиметров? Что и где ее взять? В автомагазине? Запчастей. Но ее... так мало привозят и нигде ее практически нет. Она недорогая? Ну, Бен, сейчас дорогая. Раньше была 80 рублей, сейчас 350. Mm-hmm. Карта. Ну, она вот размер где-то 80 на 25, наверное. Ну, то есть за 1000 можно сделать садник. Садок клевый, с них очень крутые садки. Они крупные? У нее, видишь, у нее сетка еще, она как просечка сделана, у нее ребро. Корм не, mm-hmm. ни корм, ни малек не застревает, проваливается все. Mm-hmm. Плюс она удобно вяжется, и она... более-менее стойкая к ультрафиолету. Обратите внимание, она вот здесь даже стоит у меня. Ага. Наверху. Да, вот, она, да. Вот, кстати, о чем я говорил, давайте вернемся. Это вот обратная система работы фильтра. Нагнетающая в ячейку, да, в ячейку. Он стоит с бошкой, с губкой. Малек никуда не попадает. Перекидывает флейту вниз. Вниз сюда. Да, и он через верх спокойно водопадом идет. Все, рыбу нам с вами не метает, не кидает никуда. А это кто здесь тоже глошечки какие-то, да? Ну немножко? Тут ложка, остатки хвосты были, сбросили сюда. Там еще таракашки мелкие. Не тараканы, в смысле, а тараканы. А таракатумы. С тараканами мы с вами решили, что делать. Вы потом мне расскажете. Это банки готовятся. Вот мы сажаем рыбу на нерест, сразу освобождаем банки, то есть, чтобы цикл у нас с вами не прерывался, что отсортировалось. То есть, есть пустые банки, это нормально на разводе. Ну, конечно. Раньше у меня их не было. Сейчас это прям круто. То есть, у тебя стоит банка, уже готовая, ты не думаешь, кого там забирать, сортировать. Чтобы всегда был объем. А, о, крутая Данюха. Я думаю, что скоро мы с вами снимем про нее отдельное видео. Очень и крупная. И цвета, которых пока ни у кого, наверное, нет. Потом я расскажу. Красный неончик, ремончик. Какая-нибудь суперземляника? Блин, это на самом деле гибриды всякие разные, на чистый цвет. Вот здесь вот посмотри. Здесь видишь ярко-сиреневые, ярко-голубые. Цвет непонятный. Может быть, девочки знают, как он называется. Сиренево-голубой. Просто они вычищаются и сажаются не на желтый ксант, а на белый ксант. Полосок как бы нету, да? Ну тут, да, да, он очень хорошо. Залитый именно, фон получается. На, не рерио, на леопарде. А леопардики, да? Да, это вот отдельная тема, я по ним. Ага. Из, наверное, ну не знаю сколько там, 20, 30, 40, 50 тысяч, вот все, что набрал. Необычных цветов, то есть, да, и сейчас взгляд уже видят, и сейчас мы их сажаем просто на, ну, ксанторики есть желтые, желтоватого цвета такие, да, вот у Данюшки видно желтоватая голова, но здесь нету, здесь уже выбранные, а вот, наверное, одна есть, вот чуть желтоватая голова, а у этих белая голова, и, соответственно, все тело у них белое, и на них чище, ярче цвет получается. О, классная штука вообще, угадайте, чья личинка. Я вообще ну, не раз ее много, значит, какой-нибудь, блин.
на страну, то есть и круг. Вообще просто в точку попал, красавчик. Тут что-то... Ну, блин, я прям торчу от них. Посмотри, как они роятся. Вот когда личинка роится, значит, она здоровая. Значит, с ней все хорошо. Только разошлась под нужды и на следующий день гибели. Она должна роиться, она должна вот в этот ком собираться. То есть, естественным, как есть в природе. Такое, да, 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 да. Вот это все, вот, прям, вот такие вот рифтики везде. Так, здесь что интересного у нас там. О, здесь там Танганика сидит. Здесь интересно, можно посмотреть. Это как раз аквариумы мы перебрали 3 дня назад, они еще малька не успели накидать. Вот так они и живут здесь. Как раз вот в точечку, я через говорил. Полгода в точечку, как ты любишь? Да. Через полгода мы с вами к ним подойдем. И здесь будет мальков. Да. Ну, как обычно, везде, где правильный здесь, кирпич лежит. Здесь, кстати, вот этот фильтр, здесь, видишь, тоже стоит такой же. Вот полгода он стоит, мы даже его не мыли, сейчас мы аквариум помыли, а фильтр даже не трогали. А он так вот еще и чистый прям там, да, вообще даже не разу. Ну, маленькое количество рыбы сидит. Да, биологическая нагрузка не сильная на него получается. Да. Вот, кстати, тебе, а фильтр огромный приятный. Пожалуйста, тебе пироцинка, эритрозон. Да, и вот тебе, пожалуйста, красные неоны. Как они мне нравятся. Да. Сейчас пересадим их в 400-литровый аквариум, да, вообще было бы посмотреться. Неонов люблю. Хосимашки. А что ж ты любителям хромисов-то проходишь мимо? Смотри, какие упитанные ребятки сидят и девчатки. По парам сидят. Они сейчас все дали разом. Я забрал, 5 пар собрал. На следующий день 4 дали. Но выклев, естественно, там минимальный, потому что рыба подкистованная была. Ну да. Вот, сейчас там личинки. Сейчас размечутся и будешь не знать, куда деть. Нет, они сейчас мы их уберем. Мотыля так накидано жестко. Ничего страшного. Они ее сожжем? До вечера все скушаю. Ага. Я просто, чтобы обед не кормил, с утра побольше накидал. Ну, в принципе, да. Ладно. И вот давай. Здесь личинка этого хромиса у нас с вами торчит уже. Он на ней... А этих более ярких искулов не завел себе хромисов еще? Вот. Хотел, смотрел, но пока просто руки не дошли. Если что, мы знаем человека, у которого они есть. Да? Да. Все отлично. Так, Светлана, готовь малька. Мы так. Те клиента нашли. Так, здесь неоны тоже сидят, но их не видно, мы с вами не увидим. А чем мы не увидим? Ну, потому что они только питаться начали сегодня первый день. А, вот они, видно, да-да-да, вот они под листком стоят как раз. Ну, это камера. Тот тоже краснух. Таракашки. А это что такое? Полубак. Полубак. Полукуб. Да. А это осмос. Отпилили полукуб. Ну, даже третий куб. А это чистый осмос стоит, у него тоже раздача своя, мы с аквариумом тоже насос включаем, заливаем, как попроще. Все, все как положено, да. Так, ну здесь я не знаю, что нам снимать, здесь нечего, наверное, особо. Друзья. Здесь просто банки, пока ну, рыба. Приблизительный еще... размер, блин. Да, ну, здесь сидит кардинал, здесь вот где там прищепки, это уже с личинкой все. Слушайте, вот эти вот, это прям литров 12-15. Сколько литров просто? Десяток. Ведро. Очень удобно. Это ровно вот прям размер, как у нас. И в Бразилии, да, на сетке тоже. А вот эти выше. Это вот красного неона. Ну да, под другую рыбу. Здесь тоже у нас какой температуры. А для кого такой узкий? Или это а это по наследству достали? Достались, да, сейчас мы петуха делаем. Мы сейчас... А температуру, чтобы поднять, вот грелка просто, да, здесь. Закрываешь дверь. Ну да, замкнутое пространство. Здесь еще планировался вентилятор. Ага. Вот, но... Сейчас я посмотрел, верхние ярусы как бы нормально. Так можно просто вентилятор включаешь, у тебя на все 4 яруса все прогревается. Ну да. Пока мы так много не делаем. Ну, ну как вот, почти 160 аквариумов получается. Вот здесь, в этой комнате. Или нет, не здесь, на 2. Я даже не считал, смотри, 6, 6, 4, 24, 24, 24. Вот 100 вот здесь только получается. Охренеть, друзья. А откуда у тебя тут вода вытекает из осмоса, что ли? Это да? Я смотрю, просто думаю, что-то из стойки течет, потом уже только шлангочку увидел. Классно. А вот этот, чернохвостые сидят, которые попугаи. Сапфировые чернохвостые. Вот рыба неубиваемая, блин, сидят в таком маленьком объеме и еще там что-то метают. Они кайфуют, вон, смотри, какие клевые. Ну, соответственно, более узкие аквариумы, потому что надо было доставить немножечко. Не знаю, мне не нравится. От них уже полосок не остается. Не, я сейчас как раз и делаю, я забираю каждый раз уже второй год. Забираю. Сначала черный хвостик был, сейчас эта чернота идет на тело. Уже то нет полосок. Угольного попугая делаешь. Да, потом это, я думаю, это превратится потом просто разбросанные пятна какие-то, черные, яркие. Ну, поинтереснее будет. Что же все одинаковое?
Так, что сюда, наверное, пойдем, да? Столько мальков, друзья. Вот у нас, да, леопардовая данюха. Это форма, это, блин, здесь не, это, как ее, природная форма, ну, данюхи. Леопардовая, конечно. Слушай, да, подожди. Из которых как раз мы пытаемся вытащить белых ксантов. Но мы с ними только начали работать, это процесс долго будет у нас с вами. А хопра это не леопардовая, он же? Нет, хопра это колечки, по-моему. Это на Ф, как-то я забыл уже. Ф какая-то там, Даня. Меня не спрашивайте, она леопардовая. Леопардовая. Вот иди с полосочками, короче, да, есть. Здесь тоже живородочка, там мольки какие-то, друзья, рожают. Смотрите, ну эффективно, сетка все-таки. Ну вот я только кормушки сделал, мне больше нравятся кормушки плавающие из литровых банок. Я вот у Димы Безяева смотрел, у него ребята вытаскивают. Ищут самку, значит, которая завтра родит, садят ее в отдельные. Ну, это тяжелая технология. Ну, это, да, такая, очень тяжелая, друзья. Ну, по мальку выход больше у тебя. Вот такая сидит, рожает несколько самок, которые там здесь раз в неделю меняем. Можно забить, как бы. Но у нас так же. И вот здесь так же тоже вот в эту сторону помпа стоит, в эту. Ну да, чтобы не засасывался мелкий малючек. Да. Чтобы он не плющило. Очень хорошая тема. Ну, согласен. Согласен. Это данюха. Тоже, видишь, плотность невысокая, потому что нужен быстрый рост. Ее сейчас данюхи мало. Ага. Вот, поэтому себе тут этой данюхи плотная, говорит, невысокая. Нет, это невысокая плотность малька. Не видать, блин. Задние стенки, когда не видно, тогда он просто расти не будет тогда, да. Еще данюха, друзья, ну просто. Ну, здесь уже поплотнее, да? А здесь кто? Подожди, вы быстро убежали, нельзя. Ну, мы должны, у нас главная камера, друзья, не убегаем. Я понимаю, что мы тогда и с той стороны дофига не прошли, с тобой пробежали. Вот что-то дело, тихо, но я никому не говори об этом. Да, второму кругу, да, будем ходить. Да. Барбус? Барбус. Ага. Неудачная метка. Ну, это видишь, тоже блошный, да, это что, проброс какой-то? Здесь, да, вот все там подряд. Или это, ну... Ну, смотри, тут мшистик в основном. Вот он сейчас темнее, но через некоторое время превратится в мшистика, чуть-чуть блошки. Сиреневого маленько там была возможность. Зелененький. Добрые люди подогнали. Красный только дошли еще. До Данию, которые, значит, леопардовые. Вот. Только-только. Пойдем дальше. Я так постебался. Опять немножко. Медная тетрочка. Тут гурамки. Да, которые... Подожди. А вот и таракатумы нашлись. А вот скалярки. Скаляри маточник плохой, потому что еще не собирал. Ага. Вот, ну, такие они. Это все как раз твой переезд, это да? Это все как раз не очень. Нет, это уже после переезда маточник сменили. Как раз я вот тех вытащил. Ага. А здесь что? А вот посмотри, чья икра. Догадайся. Икра висит на ниточках у кого? А ризис? Радужки какие-то. Да, совершенно верно. Радужка, да. Это радужка сидит, да. Икра на нитках. Неоновая обычная. Неоновая? Да. Самая простая, самая быстрорастущая. И подожди, как она здесь сидит? Ты ее садишь разом. Да? Она у тебя за сколько месяцев? Цикл. 4-5 дней. 4-5 дней. Убираю. И убираешь. Да, но радужница делается не так. Это радужница просто прометывается, сидит. Она сейчас прометается, мы ее потом в цикл вгоняем и нормально уже получаем маленькими банками, как она и должна быть. Это просто вот, чтобы раскистовать рыбу, чтобы она начала работать. Так делается со всеми. Вот там сейчас данюху будем тоже, там это все бьется садками. Неважно, сколько выживет. Просто, чтобы рыба начала работать. Угу. Ну, а потом в таком же формате она мечет, да? Нет. Посажаешь ее в банках отдельно, семьями. Прикол посадки рыбы семьями на нерест тем, что ты можешь контролировать. У тебя выходы есть, там 10 банок, там две плохие дали, да, икру. Ты их просто уберешь, хорошую сливаешь и все. А то, что у тебя на общаке на металла, это икра погибшая какая-то, да? Она потом может нехорошую среду сделать в аквариуме. Ее нужно перебирать, нужно. Но ты ее уже садишь потом в сетки, как бы, семью в сетку. Да. Она от металла, завтра ты ее убрал. Не да? Завтра, радужница мечет 3-4 дня. Угу. Ну, то есть она условно. Но она у тебя разделенная нет. Сидит, как бы, до этого, или нет? Нет. Все месяц. Правильно разделять? Но опять же, если ты работаешь с одной рыбой, вот у тебя есть одна рыба радужница, ты с ней работаешь, у тебя там 4 двухсекционных аквариума, вот здесь как тоже у меня разделенные, как раз маточники я рассаживаю, самцы сами. Дата стоит, через неделю ты ее садишь, да, но это ты работаешь с одной рыбой. Когда у тебя под 70 видов, ну просто не успеваешь это делать физически. Ну то есть она у тебя сидит постоянно на нересте, как бы, да, и ты смотришь от металла, не от металла. Нет, мне не надо, я ее
Я ее достал с аквариума. Так. С общего, вот там мы с вами видели, ага. Они сидят, посадил, она отметала. У меня есть малек, я ее убрал обратно. Все. Мне ага. больше разницы не нужна. Ага. У меня есть. Если все. Что-то не получилось, я беру либо ремонт, либо через неделю. Она здесь в осмосе сидит, да? Нет. Здесь другой рецепт. Под каждую рыбу свой рецепт. Нерестом. Расскажешь? Возможно. Ага. А почему биоячейка сейчас не работает? Вот ты говоришь, готовится у тебя к аквариуму, к нересту. Биология это сейчас... А здесь сейчас не нужна биология. Здесь сейчас будет рыба метать. Мы отсюда икру просто забираем. А, сразу же все. Забираем икру, да. Это, да. И потом это запускаем, она уже стоит под личинку аквариума готовится. Все понятно. Икра в аквариуме не лежит. Все. Так, что у нас здесь еще интересного? Там таракатумы. Таракатумов мы снимали, вон там таракатумы. Нет, не снимали. Таракашки. Таракашки. Малечки. И кардинальчик тоже свеженький, маточник. Угу. Он начал, слава богу, работать. Так, это что у нас? Почему-то не работает. Будем чинить. Видишь, не работает, будем чинить. Постоянно следить надо, да? Тут особо крупный. 500 китайских бошек. Попробую следить. Артемию вижу. А вот он, смотри, по стенке стоит на этой желтой животной. Турнеха это все. Турнеха? Да, сейчас гоним турнеху. А вот и неончики пошли. Это вот, да. Бедолага тоже устала одна. Красиво, конечно. Пойдем астронавту всех покормим. Это же, смотрите, таракашки. А, нет, это не тарак, это корики. Крапчатые, наверное. Палеатусы? А там обычные эти золотистые. Тоже до хрена. А где производ кориков тогда? Передорусы вот. Сидят. Они по всем аквариумам разбросаны. Это... Когда надо, я их ищу, достаю. Угу. Когда вспомнил, посмотрел, что позиции мало. И что ты делал? Да, да, она так и делается на самом деле. Почему много не нужно? Ты что нужно достал, сделал. Угу. Он прикольный этот барбус. Видимо, альбинос от суматранского мшистого с да, красным носом, да, залитое да, тело полностью. Совершенно не как верно. Вот гонконговский вот этот. И на просто, нем, кстати, да. очень круто смотрится этот глошный цвет. Ну да. Нет. Можно тоже селекционировать. Нас по плану, ну, как бы про корм спросить чуть-чуть попозже, да, ну просто иду и Артемия, вот она стоит, классное решение. Да, обратите внимание. И свет, стекло. И подогрев.